Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, и радуются о имени Твоем весь день. При звуке шофара пробуждается сердце, и мы сейчас выслушаем звук шофара, который пробудит нас для молитвы за Израиль. לכו, נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו, אשר לו הים, והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה, ונכרעה, נברכה לפני אדוני עושינו, כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מראיתו וצאן ידו. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for he is our God. We are the people of his pasture, the sheep of his hand. Господь Бог есть един. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. И да будут эти слова в сердце твоем навсегда. Амен. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом, дорогое собрание. В этот субботний вечер мы являемся участниками служения «Молитва за Израиль». Мы вас искренне и сердечно приветствуем в этом служении. Давайте мы встанем, поприветствуем друг друга, улыбнемся, благословим друг друга, дабы нам в одном духе совершить это служение для славы Божией. Мы рады приветствовать тех, кто с нами по интернету. Присоединяйтесь к нам, к нашим молитвам за Израиль. Благодарю вас. Благодарю вас, вы хорошие. Дорогие, можно присесть. 12 мая всего этого года
исполняется 65 лет со дня превозглашения государства Израиль. У всемогущего Бога в центре всегда находится человек и его жизнь. И за это Богу нашему принадлежит вся слава и благодарность. Дорогие мои, если мы читаем послание евреям, 11 главу с 8 стиха, прочитаем следующие слова. «Верою Авраам повиновался признанию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Приходилось ли кому из нас когда-нибудь идти таким образом? Но наш праотец веры, он насколько доверился всемогущему, он знал, что всемогущий Бог, он все знает и все определяет. Сильный муж Израиля, царь Давид, в 33-м псалме выразил очень сильные слова 9-м стихом. Он сказал: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Блажен человек, который уповает на Него. Дорогие, кто-то сказал, у Израиля будущее там, где его прошлое. Перед тем, как хор будет служить нам, я прочитаю из книги Второзакония очень сильные слова, которые будут звучать сегодня не раз. 4 и 5 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Мы будем поддерживать служение хора. Встанем. Братья и сестры, Христос воскрес! Присаживайтесь. Кто-то скажет, какое это отношение имеет к сегодняшней конференции или сегодняшнему служению верующих? Самое непосредственное. Во-первых, если бы Христос не воскрес, то все, что мы сегодня вот делаем, и на все, что мы собрали сегодня, оно не имеет никакого значения. Но кто знает Писание, кто читает, то смертью и воскресением Иисуса Христа что-то огромное произошло во Вселенной.
Вот там было прибито то, что разъединяло, то, что не давало быть вместе. До сих пор для меня Божий народ, Божий народ. До сих пор я язычник, но помилованный. И я с любовью, вы знаете, первого еврея, который я встретил в Америке, это был Леня Шпрейреген, который меня обнял, назвал братом, и я его, и в свое время очень часто мы пересекались. Друзья мои, хочу сказать, что сегодня в этом зале присутствуют служители разных церквей, скажу больше, даже разных деноминаций, но объединены одной великой целью – помолиться о Божьем народе и попросить мира Иерусалиму. Меньше буду говорить, больше читать. «Братья, – говорит Павел в послании к римлянам, 10 глава, 1 стих, – братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». Ну, Павел, с тобой все понятно. Еврей ты от евреев, из народа Израиля, и колено ты свое всем сказал. Ну, а при чем здесь мы? Притом, друзья, и притом, и Писание просто, оно нашпиговано такими важными цитатами, которые я с Божьей помощью сегодня прочитаю. К римлянам обращает апостол Павел свой голос. Ну, не к евреям же! Но когда будете читать первую главу, он там пишет, для всех помилованных, чтобы не быть голословным, просто прочитаю, как там написано. 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога». Всем, кому, кого помиловал, кому открылся, как Мессия Израиля, и язычникам открылся в своей великой милости. Вот зачем, друзья, вот почему мы здесь. И я так быстренько, потому что каждому выступающему просто обрезали, да не могу. И я просто буду читать слова, почему мы сегодня вместе, почему мы читаем, братья, спасибо. Но я не о том, о чем вы подумали. Я буду читать места Священного Писания, которые говорят, почему мы вместе, почему мы сегодня вот совершаем то, что совершаем. 4 места Священного Писания. Послание Галатам, 3 глава, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Слава нашему Господу! Второе место, 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, то есть мы с вами, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Как приятно читать это слово. Римлянам 10 глава, 11-12 стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Слушайте внимательно. «Здесь нет различия между иудеем и язычником и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». И вот слушайте здесь особенно внимательно. Послание Колоссянам, 3 глава, с 8 стиха, несколько стихов. «А теперь вы отложите все». И здесь перечисляется, что именно. «Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». И вот слушайте особенно внимательно. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободы, но все и во всем Христос». И вы знаете, когда я вот это место прочитал, думаю, Святому Духу через Павла было ну просто открыто, что вот такие люди, как скифы, им нужно просто отдельной строкой здесь написать. Кто читает историю, кто знает, что, откуда мы и откуда наши корни, то я скажу, я не особенно внимательный к тому, что пишут ученые, но почему-то здесь поверил.
5 или 6 веков до рождения Христа и 3 века еще после Его существовали беглые, такие перемещающиеся племена, которых называли скифы. И они жили от Алтая в современной России до Черного моря с севера и территории Крыма по сегодняшний день. И кто оттуда, он знает вот эти скифские поселения, то, что открывают ученые. Они жили в районе Казахстана северного, в некоторых местах Сибири, в некоторых местах Молдовы. Друзья дорогие, почему-то важно было написать апостолу Павлу, что во Христе Иисусе нет ни скифа, ни варвара. Варваров называли древние греки, древние римляне, всех остальных, потому что они были грамотные и разумные. Это для нас. В Иисусе Христе нет русских. В Христе Иисусе нема украинцев. Вы меня зрозумели? Нет молдаван, нет белорусов, нет евреев, но все мы братья, все мы сестры. И только тот не понимает, кто не возрожденный еще свыше. Я иначе не понимаю. Я не понимаю членов церкви. Я не понимаю некоторых служителей, которых я встречал в своей жизни. Говорит, а зачем мне это? Зачем мне это? Евреи пусть живут себе, а я живу себе, друзья мои, а я не могу жить. Хорошо, если с евреем не все хорошо. Вот так я научен с детства, я так научен с юности, так меня воспитал мой отец. И я сегодня хотел вместе с вами и хочу помолиться. И еще по одной причине, друзья, очень важной, это вторая причина, по которой я помолиться сегодня хочу. И прочитаю, чтобы не говорить своими словами, тоже к посланию к римлянам. Очень крепкое слово. Друзья, будьте очень внимательны. Я понимаю, что в этом собрании кто-то покается в конце. И даже, может, призыва здесь не будет. Но вы просто должны. Мы должны сегодня покаяться, потому что не все правильно относятся к народу Божию. И почему? Я вам сегодня читаю. Друзья, читаю такое слово, которое должно просто перевернуть некоторых сознание. Римлянам, 11 глава, 17 стиха. «Слушайте внимательно. Если же некоторые из ветвей отломились, говорится о Божьем народе, а ты, это я, это ко мне, может и к вам, слушайте внимательно, дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что ты не ты корень держишь, но корень тебя». Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природу, ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе, если прибудешь в благодати Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут, не верь и привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, что вы не мечтаете о себе. Это вот к нам, к русским особенно, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради нас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости ведения Божия, как непостигмы судьбы Его, неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им к Нему
Ему слава во веки. Аминь. Вот, друзья, почему я и ты сегодня сидишь на этом месте. Потому что тот народ, который избрал Господь, те обетования, которые Он дал ему, перешли просто к тебе по жестокосердию, не веря их, до времени, пока войдет полное число язычников, когда это будет, я не знаю. Поэтому береги, что имеешь, радуйся, и потому славь Господа и прославляй Его, и благословляй за тот народ, ради которого ты сегодня здесь, через неверие которого ты сегодня здесь. Вот почему молитва за Израиль. За Израиль. Вот почему я должен благодарить постоянно Господа. Потому что Господь сынов своих сказал в сторонку. Вот там есть Славик, там есть Дина, там есть Петя. Вот чтобы они пришли. И вот сегодня создал Господь из двоих одно и вот такое чудное. И мы пришли сегодня, чтобы молиться, чтобы славить Бога за Его милость, которая нам, язычникам, открылась. И я сегодня хочу вам сказать, друзья дорогие, здесь будет кроме меня еще 5 спикеров или проповедников, или как хотите их назовите. И после каждого будет молиться несколько пастырей. И вы нас поддерживаете в молитве. Молиться будет сразу. Только я скажу аминь, и уже братья выйдут сюда, пастыры, и будут благословлять народ Израиля. И вы будете молиться и поддерживать это служение. Оно этому посвящено. Все да будет для славы Господа. Аминь. Я призываю вас подняться на ноги. И призываю моих братьев, которые будут вместе со мной молиться уже, и уже начать молиться. Друзья дорогие, благословляйте народ Божий. Благословляйте его. Отец Небесный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, да превознесется святое имя Твое среди народа Твоего. Мы воздвигаем наши руки в молитве к Тебе, Отец Небесный, и благодарим Тебя за пути Твои, которые непостижимы для нас, за милость и любовь Твою, которая непонятна нам, но которой мы живем на этой земле, Господи. Мы благодарим Тебя за народ Твой, святой, который Ты избрал, который следовал за Тобою, Господи. Мы благословляем Твой народ святой. Мы просим мир Иерусалиму. Мы просим мир ихним сердцам, Господи, чтобы мир их обитал в семьях ихних, в жилищах ихних, в домах ихних, в городах ихних, Господь. И мы просим о спасении Израиля, Господи, чтобы они были детьми Твоими, называться и быть Твоими детьми, чтобы они приняли Тебя как Спасителя, Сына Твоего, Иисуса Христа, которого они пронзили. Господи, да будет милость Твоя над народом Твоим во все дни жизни на этой земле. А Тебе слава и хвала. Аминь. Дорогой Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно, Господи, за пути Твои, за то, что мы усыновлены и спасены Тобою. Аллилуйя! Благодарность Тебе, наш Господь! Ты соделал нас детьми Своими, соделал нас новым Израилем. Аллилуйя! Благодарность Тебе за это, Господи! В этот час мы молимся, Господь, за Израиль, за государство Израиль, которое ныне существует. Господь, благослови премьер-министра Израиля и президента Израиля, Господи, руководство Израиля, чтобы они поступали благоразумно в настоящей международной обстановке, Господи, чтобы они вели этот народ по доброму пути. Господи, благослови население государства Израиль. Господи, да будет Твоя охрана и ограда над всеми городами Израиля, над всеми селениями, Господи. Да живет это население по Твоим покровам и милостью Твоею, Господь. И будет охрана Твоя над всеми людьми, которые живут в этом государстве. Господь, благослови проповедь Слова Твоего в государстве Израиль. Господи, благослови благовестников, благослови церковь Твою в государстве Израиль. Да умножится познание Твое в Израиле, Господи. Да познает народ Израиля Тебя, как своего личного Бога и своего Спасителя. Прими благодарность, Господи, потому что Ты дашь ответ на эту молитву и прославишься, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да будет имя Твое благословенное, Бог Авраама, Исаака, Израиля.
Господи, мы сегодня собрались, прощенные Тобой язычники, которые ни на что не рассчитывали. Но, Господи, только благодаря тому, что Ты сделал, только благодаря Твоему плану спасения для язычников, мы сегодня можем стоять на этом месте, радоваться вместе и благословлять друг друга, елены и евреи. Господи, славим Тебя, славим Тебя. Славим Тебя, смерть и воскресение Христа Ты нас сделал братьями, Ты нас сделал родными. И сегодня мы благословляем народ Израиля, мы благословляем его границы, мы благословляем его домы, площадя, мы благословляем правительство. Господи, мы благословляем всех людей, мы благословляем тех, которые не знают Тебя и не ищут, и считают себя атеистами, коммунистами и прочими истами, но все равно, Господи, благословляющих Тебя благословлю, а проклинающих Тебя прокляну. Только благословляя, только делая добро, только поступая истинно, Ты будешь, Господи, благословлять. И я прошу Твоего благословения. И вместе, Господи, с тем, как тот человек, который живет в Америке, сострадаю, Господи, тому положению, которое занимает сегодня руководство Америки. Поверни лицом, Господи, поверни лицом к Иерусалиму. Поверни лицо к благословению, Господи, чтобы не было двоякие понятия и устав президента моей страны. Господи, чтобы мы могли искренне благословлять этот народ. Благослови это собрание и моих братьев-евреев, которые здесь присутствующие. Мира прошу им. Благополучие ими ихним семьям. Во имя Иисуса, который открылся мне, который дал мне понимать вот эту истину, славлю Тебя, поклоняюсь Тебя. Бог Авраама, Исаака и Израиля, мой Бог. Аминь.
Шалахи, Харим Савива Вашем, Сабиби Яма. Ерушалахи, Харим Савива Вашем, Сабиби Яма. Jerusalem.
Я приветствую всех вас словами «Шалом, народ Божий». Сегодня мы имеем прекраснейшую возможность, братья и сестры, собрались, чтобы благословить Израиль. Как это прекрасно! Вы знаете, когда я держу Библию в руке, я не хочу сказать, что я читаю еврейскую Библию, но столько много сказано об Израиле. И в конце концов мы собрались, чтобы благословить Израиля. Да будет имя Господне благословено. Сегодня буквально несколько минут я хочу поделиться об истории Израиля. Она очень короткая, и вы ее знаете. И для начала хочу прочитать Бытие с 12 главы, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от рабства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели. «И будешь ты в благословении». Это очень важно. «И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Буквально я вернусь назад и своими словами расскажу о Божьем плане. Так как мы сидим здесь, мы являемся частью Божьего плана. Но если мы говорим о начале Божьего плана и берем изначально, когда Господь сотворил человека, и человек упал, и когда мы уже читаем 6 главу с 5 стиха в Бытии сказано, что помышление сердца человеческого было зло во всякое время, так пошла быстро деградация. И Бог решил потопить землю водою. И в этом Бог усмотрел праведного Ноя и спас Ноя в 7-8 душах. Ноя с женой и 3 сыновей с невестками. И через них у него были 3 сыновей, это был Сим, вы знаете хорошо, Хам и Яфет. И оттуда произошли все народы. И сегодня буквально от Сима произошли евреи, и они называются семеитами. От Хама произошли хананеи, египтяне, и они стали жить в Ханаане. И от Яфета произошла Европа и Азия. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на мир и смотрим на Израиль, мы видим следующее. Кто где живет? И так как я говорю о семеитах, я должен буквально вставить несколько слов. Сегодня зачастую встречаешь людей, которые называют себя антисемитами. Они восстают против евреев. Они не согласны с тем, что Господь обещал им землю. Господь обещал им благословение, что они будут благословены. И сегодня мы с вами хочу сказать, благодаря обещанию Бога Аврааму, 3 награды. Потомство, землю, и в имени Твоем благословлятся все народы. Когда умираем, идем на лоно Авраамова, потому что благословение распространяется и на нас с вами. Я пойду очень быстро. После этого Бог избирает себе человека, который произошел от Сима, и его звали Авраам. Это был первый еврей, который когда-либо жил на земле. И от Авраама родилось 2 нации. Родились евреи, и от Измаила родились другие народности. Но потом Библия в 22 главе говорит, что в 21 главе, в стихе 12 Бытии сказано, что в Исааке наречется тебе имя. Почему? Потому что сегодня, когда мы смотрим на арабов, на мусульманский мир, они называют Авраама своим отцом. И мы называем его своим отцом. Но Писание говорит, что Бог пошел дальше. И в Божьем плане Он называет себе имя или семя в Исааке. И дальше, когда мы идем, у Исаака рождаются 2 сыновей. Исав и Яков.
И когда мы смотрим на Исава и на Якова, и смотрим на происхождение народа израильского, как уже на Якова, после того, как Яков борется с Богом, и при появлении зари Бог меняет ему имя на Израиль. И сегодня мы имеем государство Израиль. Слава Богу, братья и сестры! И когда я читаю всегда слова и думаю о награде Божьей, что ты будешь благословение всему народу. Иногда думаешь, почему же есть люди, которые недолюбивают Израиль? Если он будет благословение всему народу. Иногда мы даже встречаем, я не хочу говорить где, некий радикализм. Люди не согласны, что Бог благословляет Израиль. Но я хочу сказать с иронией, братья и сестры, если Господь кого-то избирает, то я ценю Божий выбор. Мы ценим Божий выбор? Братья и сестры, если Бог избрал себе народ Израиля и говорит, я избрал тебя, чтобы показать через себя славу и свое величие, то мы должны любить и уважать Божий выбор. Если нам обидно, что мы не евреи, зато мы спасенные, и Библия говорит, что в Новом Завете нету евреи или не евреи, есть спасенные дети Божьи. Слава Богу, братья и сестры. И еще несколько минут. Я хочу показать на самое главное. Когда Бог избрал себе Израиль, и Он сказал Аврааму в 15 главе, что они будут в рабстве 400 лет, а после будет освобождение. И я иду чуть-чуть наперед, братья и сестры. Когда Господь избавляет Израиль, который размножился, стал весьма сильным и весьма великим, Господь показал свою славу через 10 знамений, через 10 чудес в Египте. И он выводит Израиль. И с этого момента, буквально в 2 минутах, и после того, как будет молитва, будет хор, будет показан слайд-шоу или ролик, как Господь и сегодня остается с Израилем. Господь показывает на протяжении всего Ветхого Завета, что я избрал Израиль, и я буду с ним до последнего. И мало того, я хочу еще пойти наперед, когда я читаю Откровение, когда я читаю о тысячелетнем царстве, то Библия говорит о восстановлении Израиля. Братья и сестры, мы должны любить Израиль, мы должны молиться за народ Божий и переживать вместе с ним, потому что это выбор Божий. И еще, заканчивая, скажу нечто. Когда Господь показывал чудеса, когда я читаю о 10 чудес, я вижу напрямую поддержку Божью Израилю. И когда они проходили через море, 14 глава, написано 14 стих в Исход, народ, не бойся, когда они пришли к морю, потому что Господь будет поборать за тебя. Слава Богу, братья и сестры! Когда мы идем дальше, Он обещает Иисусу Навину, говорит, на всякое место, куда ступят стопы ног твоих, сию землю я дам тебе. Вы слышите, кому принадлежит Израиль? Евреям. И никто не имеет права претендовать на эту землю. Она обещана самим Творцом, который сотворил нас с вами, да будет имя Его благословенно. И пойдя дальше, еще несколько слов. Потом, когда они вошли, смотрите, как они берут Иерихон. Руками или силой? Обошли несколько раз, и стены Иерусалимские пали благодаря Господу. И если мы пойдем дальше, мы видим сражение с 5 царями. Писание говорит, что солнце даже остановилось, потому что Господь сражается. Когда я читаю 5 главу Судей, песнь Девора, она говорит, звезды сражались сверху за нас, потому что Господь с Израилем. И в Римлянам 11 глава, 2 стих сказано следующее. Ибо не отверг Бог Израиля. Братья и сестры, в Иеремии 31 главе сказано, не может быть отвергнут Израиль, потому что я с Израилем, и я любовью вечною возлюбил Израиль. И в заключение, 20 главе Исход, он называет себя Богом Израиля и называет себя Богом нашим. Поэтому я хочу молиться сегодня вместе с вами за Израиль. Давайте поднимемся и благословим имя Господне.
Господь мой и Бог мой, благодарю Тебя сердечно за то, что слово, которое сказал Ты через брата Юру, оно коснулось и моего сердца. Раб Твой, Господи, хочет признать свою вину, что моя домашняя церковь мало молится об Израиле. Прости и помилуй. Господи, народ, с которым я обращаюсь, Господи, с которым мы вместе мало молимся об Израиле, прости вину народа. Господи, мы стоим перед Тобой и просим Тебя, благослови Израиль, благослови своих сыновей и дочерей изначала. Господи, Дух Святой, да будет над ними, над домами ихними, да повернутся, Господи, их сердца к Отцу неба и земли. Господи, я знаю, что время очень близко, мы живем в трудное время, но, Господи, это говорит о том, что очень скоро времена язычников закончатся. И такие, как я, Господи, многие, не узнав о Тебе, останутся вне дверей спасения. Помоги, Господи, использовать это время. И поверни свое лицо к избранному народу. Благослови его, открой его глаза и сердце. Пусть, Господи, каждое слово Твое станет веским, станет, Господи, тем, что изменит судьбу этого народа. Сбереги их для царствия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Авину Малкейну, Отец наш и Царь наш, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, во имя Иешуа Мессии, во имя Иисуса Христа, мы благословляем наш народ, мы благословляем всех евреев по всему лицу земли. Особенно сегодня мы молим за те, Господь, которые возвратились в свою землю, исполняя Твое пророческое слово. Отец, мы благословляем всех наших братьев и всех наших сестер, которые находятся под большим давлением всего арабского мира, всего европейского мира. Отец, мы молим Тебя, чтобы ангелы Твои, охрана Твоя, забота Твоя, Отец, была о Твоей земле, о Твоем народе, о Твоем городе, о котором Ты сказал, Иешуа, что это город царя. И мы молим Тебя, Отец, чтобы Ты возвратил свою славу своему народу, чтобы Ты восстановил еврейскую составляющую в Твоем теле. Отец, пусть полнота Твоя и пусть возвращение Твоего народа принесет жизнь из мертвых для всей этой вселенной. Мы благословляем Твой народ, мы благословляем Израиль, мы благословляем каждого еврея по всему лицу земли. И мы благословляем все тело Мессии, искупленное драгоценной кровью Иешуа. Мы благодарим, Отец, за великую любовь Твою, за эту возможность и за милость молиться за Твой народ. Я благословляю эту поместную церковь, всех братьев, чьи сердца открыты, благословлять Тебя и Твой народ, Отец. Я благодарю Тебя за это место. Да будет оно освящено Твоей славой, да будет освящено Твоей силой, и да будет, Господь, множество благословения на этом месте. Благословение Авраама да будет на этом месте. Отец, я благодарю Тебя за эту возможность. И пусть это служение, Боже, перевернет и коснется многих сердец во имя Иешуа Мессии, во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, я превозношу Тебя, Господь. Я благословляю имя Твое, Господи, и я поднимаю руки к небу, потому что молитва моя сегодня за избранный Тобою народ Божий. Я благодарю Тебя, что Ты показал мне славу и величие через этот народ. Ты, Господь, показываешь мне своем всемогущество, дивный Господь. И я славлю Тебя, что мы стали частью, Господь, потому что Ты пришел через Израиля, и мы стали частью, мы стали единым целым во имя Твое. Моя молитва, чтобы Ты благословил Израиль. Моя молитва о мире в Израиле, Господь. Моя молитва за правителей в Израиле. И, Господь, всякий еврей, который, где бы они ни находились, где бы они ни были в россияне, да будет благословен. Я благословляю их именем Твоим. Собери их в едино, Господь, и даруй им, Господь, покаяние. Откройся, как чудный Господь, и да будет Твое благословение над ними отныне и вовеки. Будь прославлен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Иисус Христос, Сын Божий, имеет очень много имен.
одно из имени, которое, наверное, меньше всего употребляется у нас в Евангелии, это сын плотника. И я больше чем уверен, что он держал в руках вот этот инструмент, потому что плотник – это столяр в наше время. И только по одной причине, по той, что Иисус Христос держал вот этот инструмент, когда был, может, юношей, только по этой причине этот инструмент сегодня славит своего Творца. Иерусалим, Иерусалим, Сисует Иерусалим, Гилуа, Гилуа, Гологаве, Сисует Иерусалим, Гилуа, Гилуа, Гологаве, Гологаве, Сисует Иерусалим, Гилуа, Гилуа, Гологаве, Гологаве, Сисует Иерусалим. Ещё мрим, колгаём мы колгалайла, алкомо тайкир на вихи вхавить ещё мрим, колгаём мы колгалайла, лайла, пришёл на землю наш Спаситель, Царь царей, Он мир, любовь, покой и благодать принёс спасение.
всех людей. Скоро в мир ведет он нас, к себе возьмет. Пришел на землю наш Спаситель, Царь царей. Он мир, любовь, покой и благодать принес. Спасение и победу дал для всех людей. Скоро вновь он в мир придет. И всякий, кто придет к нему, навеки будет жить. Воспоет хвалу Иисусу. И всякий, кто придет к нему, навеки будет жить. Воспоем хвалу Царю, аллилуйя. Сисует Иерусалим Гилуа. Гилуа Колога Вега Колога Вега. Сисует Иерусалим Гилуа. Гилуа Колога Вега Лога Вега. Сисует Иерусалим Гилуа. Гилуа Колога Вега Колога Вега. Сисует Иерусалим Гилуа. Гилуа Колога Вега. Образование государства Израиль можно объективным взглядом увидеть, сколько милости сделал для нас Творец. Целая вереница чудес. У нас просто нет времени для того, чтобы перечислить все подробно, но я начну по порядку. Война за независимость. Потом шестидневная война, которая вообще чудо из чудес. Война на истощение. Война судного дня. Ливанская война. Война в Персидском заливе. 39 скадов упали на Израиль. Потери, один погибший. И тот, говорят, погиб от разрыва сердца. Сравните, всего один скад был запущен по направлению американских солдат. 300 убитых. Всего один скад. Вы когда-нибудь видели скад? Какой он огромный, это не «Катюша». Чудеса здесь происходили на каждом шагу. Здания рушились. В Тель-Авиве один человек зашел в туалет и тут же услышал взрыв. Открыл дверь и увидел под собой дорогу. 6 этажей, как не бывало. Только его туалет, который примыкал к соседнему зданию, остался целым. Так его потом подъемным краном снимали. Осталась потрясающая фотография. Голова человека торчит из-под обломков. Все здание рухнуло прямо на него, а он, чья голова высовывается из-под обломков, ничуть не пострадал, ни царапины. 1952 год. Открылись бои против Сирии, Израиль побеждает. Параллельно происходит военный переворот в Египте. И Гамаль Абдуль Насер приходит к власти. 29 октября 1956 года. Операция «Кадеш». Израильская армия. Первый выпуск офицерских курсов, который состоялся всего 4 годами ранее, выходит против региональной сверхдержавы. Египетская империя против маленького молодого Израиля. Война длится ровно 6 дней. Весь Синайский полуостров в наших руках. Происходит чудо. Захватив Синайский полуостров, Израиль входит в сам Египет. Только давление Европы и Америки вынуждают нас пойти на перемирие. И что в результате? В израильском плену оказываются более 5000 египетских солдат. Среди них офицеры, генералы, летчики, воины, спецподразделений. А сколько израильтян попало в плен к египтянам? Только 5. Как это может быть, что один прогоняет 1000, а двое прогоняют 10 000? Мой друг посетил однажды Египет, сидел там в кафе. Хозяин кафе хотел почему-то сделать приятное молодому израильтянину, подсел к нему и сказал: «Я хочу рассказать тебе одну историю. Я воевал против вас во время операции «Кадеш» в пустыне. Так вот, мы пошли в атаку. Вас было мало, а нас было много, очень много. Но вдруг ни с того ни с сего началась буря. И с неба упала какая-то пыль, и все упали замертво. Только я один остался в живых. Я остался один из всей своей роты. Как такое может быть?» Полковник Ури бен Ари в своей книге пишет: «После 3 дней продвижения по пустыне, практически безо всякой связи с командованием, мы вышли на расстояние нескольких километров от Суэцкого канала. Египтяне бежали, оставив ботинки. Шестидневная война.
Весь арабский мир против нас. На карикатурах 8 арабских армий готовы стереть Израиль с лица земли. Военный равинат распоряжается срубить апельсиновые рощи в Шароне и срочно готовит 50 тысяч могил для будущих жертв среди солдат армии обороны Израиля. И вся страна замирает в великом страхе. Насар, а с ним все остальные арабские лидеры соревнуются в описаниях того, во что они превратят Израиль. На карикатуре израильтянин в купальном костюме. Под дулами танков 8 несокрушимых арабских армий ему ничего не остается делать, кроме как прыгнуть в море. Так это было напечатано в ливанской газете «Аль-Джазира». Что вам осталось, Израиль? У вас нет никаких шансов. Арабские армии усиленно тренируются в преддверии полного уничтожения Израиля. А весь остальной мир спокойно наблюдает за надвигающейся катастрофой. 6 июня 1967 года Израиль окружен со всех сторон. Начинается война, Египетский фронт, Иорданский фронт, в котором участвуют и иракские, и саудовские боевые соединения, а также добровольцы из Ливии, Марокко, палестинские террористы. 6 июня 1967 года израильская авиация наносит удар по аэродромам арабских армий, в течение 2 часов уничтожив 450 самолетов противника. Война судного дня, война дня искупления. На этот раз не 8 армий, а всего 2, Египет и Сирия. Но пока Голда Мейер решает, объявлять или не объявлять о начале войны, мы несем чрезвычайно тяжелые потери. И тем не менее, слава Всевышнему, опять происходит чудо. Сирийский фронт был на грани полного прорыва. Командир нескольких израильских танков, которые получили временное название группа «Цвики», Авигдор Кахалани рассказывал, сирийские танки подошли вплотную к мосту через Иордан, мосту сестер Якова, и остановились. Что их остановило, по какой причине они не стали продвигаться вглубь страны, которая была перед ними открыта? В расположении сирийских войск мы нашли большое количество гражданской одежды. Сирийцы говорили своим солдатам, берите с собой ваших подружек, вы скоро будете гулять с ними по набережным Хайфа и Тель-Авива. А Виктор Кахалани продолжает, я был один с 3 танками, и я остановил 150 танков противника. Такова была война судного дня. В час, когда человек остается наедине с Творцом, в час, когда святой благословен он, говорит своим сыновьям, дорогие мои сыновья, я хочу вас спасти. В час, когда все сыновья Израиля стоят в синагогах, погруженные в послеполуденную молитву Минха, враги думают, что вот оно, самое удобное время для начала войны, которое обеспечит им победу. Но все оказалось совсем наоборот. И до сегодняшнего дня остается открытым вопрос, как может быть, что сирийцы остановились на самой линии Тилим на голландских высотах? Ответ можно найти у израильского разведчика, который допрашивал командира 9-й сирийской танковой дивизии, воевавшей на Голландах. Вот отрывок из протокола допроса. Вопрос. В чем причина остановки наступления на линии Тилим? Ответ. Я бы хотел посмотреть на тебя. Как бы ты пересек эту линию, когда против тебя стоят в ряд ангелы в белых одеждах, и белая рука с небес приказывает тебе остановись. Вот я и остановился. Израильские танкисты, которые видели десятки сирийских танков, остановившихся, как бы в страхе перед ними, не могли знать настоящие причины, потому как причиной было чудо. Тоже можно сказать по поводу 6-дневной войны, когда один из командиров израильской армии, комдив парашютистов, посетил Пентагон, он попросил одного из крупнейших теоретиков военного искусства проанализировать ход 6-дневной войны и объяснить, как после 2 дней мы заняли Шхем и Хеврон, и прозвучала знаменитая фраза «Храмовая гора в наших руках». Специалист из Пентагона отказался комментировать. Тут военной науке говорить нечего, это не обычная война, это чудо. А чудо противоречит всякой логике. Воистину велик Господь, творящий чудеса, спасающий своего народа Израиля. Родные мои во Христе Иисусе, братья и сестры, мы сегодня говорим об удивительном народе, И Израиль называют избранный народ, особенный народ, народ обетования, мессианский народ, Божий народ, народ земли и народ книги, то есть народ Слова Божьего. Вот об этом я хотел бы чуть-чуть поговорить. Израиль навсегда был связан со Словом Божьим. Библия говорит, «И сказал Бог, и стало так».
Смотрите, Слово Божье заряжено невероятной творческой силой, спасающей, освобождающей сердца людей. И вот в определенное время это Слово сошло на землю, и не только на землю, оно сошло в сердце одного поверившего человека. Его звали Авраам. Мы слышали сегодня, что Бог избрал себе народ. Я бы даже сказал точнее, Он создал себе народ из одного человека, который поверил, приняв Слово от Бога. И именно Слово Божие к Аврааму сформировало их, сотворило, создало их как народ. И с тех пор Израиль – носитель Божьего Слова. Позднее, через Моисея, Господь дал расширенный закон, опять-таки свое слово своему народу. А также слово приходило к народу через пророков по временам. В то время как народы земли жили в духовном мраке, в насилии, в жестокости, в безнравственности, евреи стали сильно отличаться от них именно из-за Слова Божьего. Представьте себе народы, поклоняющиеся бесам, об этом говорят историки, приносящие человеческие жертвоприношения, совершающие самые аморальные акты, какие только возможны, до крайности демонизированные и до крайности извращенные народы, народы без надежды, живущие в духовном мраке, без единого шанса на спасение. Конечно же, такой мир всегда будет противиться Божьему Слову, всегда будет гнать Божье Слово, всегда будет противиться всему божественному. В книге Исфирь мы находим такую иллюстрацию в 3 главе с 8 стиха. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». И вот этот самый страшный круг, порочный круг повторялся снова и снова через столетия и через тысячелетия, резня, погромы, Холокост. Почему? Их законы отличаются сильно от закона всех народов. Божье Слово сформировало их, Божье Слово обретено было ими, и Божье Слово направляло их по жизни, и поэтому мир гнал их, гнал и гонит. За что их гнали? Почему? Я хочу повторить это же самое место Писания, этот же самый стих. Законы их отличны от законов всех народов. Итак, евреи – это носители Божьего Слова. Смотрите, гонение за Слово. Библия говорит о том, что наступает гонение за Слово однажды для всех принявших Его. И евреи заплатили великую цену за свое избрание и призвание. Я слышал иногда, как люди говорят, вот что такое евреи, почему они, вот почему Бог их избрал, почему они там лучше, выше других народов и так дальше. Знаете, я бы подумал, прежде чем так говорить, цена избрания велика, цена велика, тяжела цена эта. Посмотрите, Римлянам 3 глава 1 стих. «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Вот причина всех гонений, вот причина ненависти, вот причина преследования, потому что их законы, их сердца, их мышление отличалось от других народов земли, языческих, потому что это было Божье Слово, живущее в них. Послание к Римлянам 9:3. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, говорит Павел, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий во всем, над всем Бог, благословенный во веки.
Аминь. Итак, 2000 лет назад в земле Израиля произошел духовный взрыв, я так скажу, невероятной силы. Само слово в человеческой плоти сошло туда, на землю. Само слово Божие, которое навеки утверждено на небесах. И мир не принял его, и мир отверг, и мир начал гнать и преследовать и травить это слово, не соглашаясь с ним. По предведению Божьему официальный Израиль отверг Евангелие. Почему? Здесь мы находим одну из величайших божественных тайн, тайна ожесточения израильского народа. Они, официальный Израиль, отверг Божье Слово, чтобы оно пришло к язычникам, то есть к нам с вами. И волна от этого взрыва докатилась образно до краев земли, ударилась в них, и сегодня, что мы видим, оно возвращается туда, к этому народу, в эту землю. И сегодня, что мы видим еще? Поднимается тот же самый дух Амана, дух антисемитизма, ненавидящий этот народ, имеющий слово, обретший это слово и евреев, и христиан, верующих в Иисуса Христа. Тот же самый дух Амана, тот же самый дух, ненавидящий и преследующий слово. И я хотел бы, чтобы мы еще раз совершили сегодня молитву за этот благословенный, удивительный народ, народ слова, народ, пронесший, испытавший на себе всю горечь преследований и гонений. И Библия говорит, что мы должники им. Через них мы получили истину, через них пришел Христос, само Слово, и достиг нас с вами. Поэтому, мне кажется, самое маленькое и в то же время самое большое, что мы можем сделать для них, это молиться, во-первых, молиться и молиться и молиться и благословлять. И знаете, моя молитва о чем сегодня? Чтобы это Слово живое, живое и действенное пришло в их сердца сегодня. Я никогда не забуду первый мой приезд в Израиль, когда мы пришли к стене плача и стояли там, молились, и был какой-то праздник или шаббат, я не помню, но была масса народу там, молились, все было бело от покрывал, и они молились, молились, молились. И вы знаете, в один момент я поднял глаза вверх и увидел голубя. Может быть, вы видели тоже, кто из вас был в Израиле, увидел белого голубя, который сидел в расселении камней, вот там прямо над ними и смотрел вниз. Меня аж затрясло от того, что я увидел. Вы знаете, как будто вот как вспышка, как откровение пришло о том, как же Дух Святой желает войти в них, принести это живое слово, слово спасения в эти ожесточенные сердца. Братья и сестры, это время пришло. Время, когда Израиль принимает Слово. Давайте мы еще раз помолимся. Пожалуйста, братья, пройдем сюда. Мы встанем сейчас для молитвы. Господи Бог, Творец Вселенной, Всевышний и Всемогущий Бог, Царь Царей, мы взываем к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, избравший однажды народ свой, избрал нас сегодня. И через кровь Сына Твоего Иисуса Христа сделал нас Твоим народом. Ты даешь нам привилегию, Господь, сегодня обращаться к Тебе просто. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так любишь нас. Господь, Ты любишь народ свой, который Ты избрал и заключил завет Твой завет навечно. Молим Тебя, Господь, благослови народ Твой. Благослови Израиль, Господь. Благослови тех, которым Ты когда-то уверил в Слово, Господь. И дай им, Господь, донести это Слово. Но дай, Господь, им сегодня принять это Слово самим. Поэтому молим Тебя, Господь, пусть Дух Твой Святой сойдет и на этот народ. Открой их глаза, Господь. Открой их сердца. И дай нам, дай им увидеть, Господь, Твою благодать, которая пришла в Иисусе Христе. И поклониться Тебе, живому Богу.
Господи, молим Тебя, благослови всех нас и благослови Израиль Твоим благословением, как Ты когда-то благословлял. Благослови их сейчас во имя Твое. Аминь. Благословен Ты, Господь, великий Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня здесь, на этом месте, сердце особенно преисполнено благодарностью Тебе за Твою великую милость, которую Ты явил среди народа Твоего, Господь. Ты благословил нас тем, что даровал откровение в сердца всякого находящегося на этом месте о том, что Твой первенец, Твой возлюбленный Сын, очень дорог пред лицом Твоим и в глазах Твоих, Господи. Ты побуждаешь нас молиться за Твой народ. Ты побуждаешь нас молиться за то место на земле, где запечатлено имя Твое, Господи. И мы готовы к этой молитве. Мы готовы, Господи, стоять в проломе до тех пор, покуда в этом мире существует хотя бы один, не то что антисемит, но даже сомневающийся в том, что это избранный Твой народ. Благослови нас на это противостояние. Благослови нас, Господи, покрывать любовью всех, кто пребывает в сомнении или в отвержении этого народа, но стоять